Че ничего не скажешь? Нет, ты красавчик, тут базар ноль. Вообще, достойно бороться. Артурик, Артурик, очень, очень хорошая, очень хорошо Это он уже, это он нервничал, нервничал. Это запрещено. Берешь его, идешь куда-то и тащишь. А он прямо вот тыкал, тыкал. Это запрещено. И тебе казалось бы, когда он уходит от борьбы, он нарушает, а ты еще больше нарушаешь. Тащи за собой и показывай, что он не болен. Хотя бы вот сейчас не нужно, а ты можешь не делать. Я бы дальше не продолжал это делать. Если бы он объяснял, он бы делал это перебить. Вот так, как он вначале напрягается, напрягается. Сколько еще надо ему сделать?